И этот оба с питанием летала в космос вместе с Юрием Гагариным. Конструктор ЦСКБ «Прогресс» Дмитрий Козлов в дальнейшем передал ее в фонд музея. На ней выбита памятная дата – 12 апреля 1961 года. Выставка посвящена развитию вообще ракетостроения в Советском Союзе, России, истории космонавтики, истории полетов в космос. На выставке представлено множество экспонатов, которые могут проследить этапы в истории освоения космоса. Памятные марки и медали, уникальные фотографии с автографами космонавтов, объемные макеты космических аппаратов. Отдельного внимания заслуживает оформление экспозиции. То, что вот первое увидят наши посетители, это, конечно, классный дизайн. Это вот заслуга нашего художественного отдела, наших технических сотрудников. То есть здесь грамотно подобрано освещение, и действительно получается космическое впечатление. Мы попытались показать единение человека и космоса, то есть показать космическую бездну, наверное, пространство космическое, виды из космоса и показать человека на фоне космоса. Открытие выставки состоится 6 апреля в 14 часов. Вход в этот день будет бесплатным, а для юных посетителей запланирована викторина. Экспозиция продолжит свою работу до 23 мая. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Николай Сидоров. События.